Госдума Российской Федерации приняла закон о праве президента России претендовать еще на два новых срока во главе государства. Согласно новому положению Конституции Российской Федерации, ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. С законом также вводятся дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Так, президентом может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другой страны. Таким образом, Владимир Путин может избираться президентом России в 2024 году и в 2030 году. Отметим, что теперь, согласно закону, он имеет возможность оставаться президентом Российской Федерации до 2036 года, когда ему будет 83 года. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником.